Здравствуйте. Здравствуйте. Это как обычно сидеть. Очень рада быть в Евгении второй раз. Я думаю, что с большинством из вас мы уже встречались в прошлый раз. И на самом деле сегодня я знаю, как вы поддержку оказываете белорусам, белорусам. Я сегодня хочу поблагодарить конкретно вас всех за то, что вы так же, как и люди белорусы, не опускаете руки, потому что на самом деле диаспоры делают огромную работу. И мы понимаем, что без вас и многие бы вещи не случились, не было бы оказано такое давление на руководство внутри страны, чтобы они обратили больше внимания на вопросы Беларуси. Я уверена, что вы пишете письма политзаключенным и оказываете нам какую-то материальную поддержку и семьи, и масс-медиа, и всем остальным. Любую возможность находите своих соотечественников. Поэтому спасибо вам большое, спасибо, что организовали такую встречу для меня. Я всегда рада встречаться с людьми. Не могу поехать в Беларусь, но сейчас чувствую частичку Беларуси каждым из вас. Спасибо за теплую встречу, за ваши добрые, радостные глаза. Вот, спасибо, что дарите мне этот комфорт на таких встречах. Я все время прихожу и улыбаюсь, прям мне помогаете все организовать. Спасибо вам большое. Ну вы же наша опора.